Так, Данил, здесь будь внимателен, потому что когда мы его будем вешать, чтобы все четко было, края белые не оставляй. Ну что же, впереди у нас 9 мая, святой для всех нас праздник. Мы, соответственно, пытаемся использовать все возможности для того, чтобы показать свою позицию по отношению к нашей истории, к нашим дедам, к нашим ветеранам. И вот эту бабушку, нашумевшая на весь мир, наша бабушка с красным знаменем, которая не прогнулась под не совсем адекватных солдат, которые не уважают старость, когда они наступили на красный флаг, она по итогу его не предала свое имя, честь, совесть, историю нашу. Здравствуйте. Вот, соответственно, мы сейчас его сегодня обязательно вывесим. Пусть люди смотрят. Вот для нас очень важно. Данил Горкомовский, наш секретарь Козырский, все вырезает, а я сейчас буду ввинчивать на баум. Вот как-то так, друзья. Всем привет, дорогие подписчики. Ну что, как вы видите, мы сейчас размещаем баннер. Думаю, всем хорошо известна эта украинская бабушка, которая не дала надругаться над флагом. А за то, что она вот такая боевая женщина, я считаю, достойна она вести здесь, у нас, у коммунистов. В общем, мы отдаем ей дань уважения. Честь и хвала.